доброе, солнечное у нас утро. Я себя даже камеру боюсь переводить. Сейчас тут шумно, надо будет отойти. У нас очень-очень жарко. Днем до плюс 35. Что мы уже, можно сказать, такие красивые. Мы уже, можно сказать, что в этом. В сауне, короче. Я иду сейчас с новой почты. Забрала посылку, мне зрительница прислала, спасибо ей большое. Что в этой посылке, мы узнаем немножко позже. Иду на остановку, и сегодня у меня рабочий день. Пока не знаю, что еще буду делать вечером. Есть от одного человека предложение прогуляться, но пока я не уверена, что я на него соглашусь. Фух, как жарко, ужас. На меня посмотрите, с меня уже... Все вытекает. Не боюсь этого слова. Знаете, помаду вам всем понравилась. Сейчас я дойду до остановки. Наверное, я пойду так сюда, чтобы меньше внимания привлекать. Покажу вам эту помаду. Я вам уже ее, в принципе, показывала в видео про Воронцовский рынок. Кстати, мои волосы после мытья вот этой шампунью. Ну, то ли из-за того, что сейчас жарко, то ли, наверное, мне эта шампунь, как всегда, не подходит. Поэтому будем что-то менять, будем что-то пробовать. Благо, есть такая возможность пока что. Это такой бюджетный, фруктис, по-моему, называется шампунь. Ну, может, кому-то подойдет, может, кому-то нет. Вот. Ну, не знаю, может быть, из-за того, что жарко, так оно. Вот. Кстати, мне одна зрительница скинула... Я вчера у себя в трансляции в Инстаграме, кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм. Говорила, что я познакомилась с одной девушкой. Она живет в доме Самвела. Мы, кстати, там, ну, в принципе, познакомились практически возле. Она мне тогда еще... Фу, сразу жарко. На тот момент предлагала работу продавцом, ну, когда у меня вообще не было вариантов никаких. И вот, и она мне в этот раз скинула ссылку на... Сейчас скажу вам... На тоже косметику, на шампуни и так далее. Может быть, в следующий раз, когда у меня закончится... Ой, сколько у нас пуха. Когда у меня закончится это, я закажу... Так, надо срезать. Я не виновата, что тут до остановки нечего срезать. Когда у меня закончится это, я закажу с того сайта. Опять же, просто я вам покажу. Прямо хрипшая какая-то цифра. Денечек. Очень жарко. Всегда на привычном месте. Так, помаду обещала показать, сейчас покажу. Так, немножко неудобно, но ничего. Вот эта вот помада. Это именно матовая, это не блеск. Velvet Matte Long Lasting. Это коллекция именно эта. У меня оттенок номер 4. Покупала в Деве. Напомню, эта марка косметики мне очень нравится. Зараза, шумят и все. Эта марка косметики мне очень нравится, она мне подходит. Ну, не все, конечно, но подходит. Поэтому, кому нужно, пожалуйста, в Деве была на них акция. Сейчас не знаю, как. Фух, птички поют классно. Хорошо. Бы прогуляться. Но пока нам это не светит. Все, ждем троллейбуса, едем на работу. Так, ребята, мой рабочий день практически подходит к концу. Сегодня я работала одна. Тут надо сейчас бардачок. Что-то у меня не получается сразу все разгребти. Сейчас сделаю, скажем так, ревизию ненужных мне вещей. Мне пришла посылка. Я уже об этом говорила, по-моему, показывала вам. Что я говорила? А, я хочу вечером сейчас ездить на Озерку и думаю, сейчас вам уже открою посылку, покажу. Мне самой интересно, что именно там, в этой посылке. И тогда, чтобы быстрее вечером смонтировать. В общем, не знаю, что еще буду делать вечером. Об этом позже. Посылочка мне пришла из Киева от потрясающей девушки, лучезарной, очень позитивной девушки, которую зовут Елена. То, что гудит у меня, не обращайте внимания, кондиционер. Единственное, что сейчас спасает в этой ситуации.
от девушки Елены. Ну, я так понимаю, что вот этот, просто тот человек, который отправлял этот магазин, в котором она мне заказала эту посылочку. Данные могу спокойно показывать, так как номера я затерла вроде бы. Ну, если не затерла, то будем блокировать дальше. Чтобы вам было удобно видно. Все хорошо. Надо это двинуть. Так. Открываем. Так. Да-да-да-да. Давайте, ладно, вас туда засуну, чтобы вы первым увидели почту. Я уже высунула какие-то баночки интересные. Вот, мне уже, ой, мне уже страшно, что это. Так, ну, здесь ничего не подписано. Ну, в принципе, я и так знаю, что это за вещи. Это маска, вот это, скорее всего, Bavaria Serum. А вот это, скорее всего, шампунь. Вот что-то он потек, наверное, потому что, вот видите. Так, доставляют новая почта. Так, тут ничего не потекло. Это только, наверное. У меня где-то были салфетки. Подождите. Это шампунь и маска для волос. Я не знаю, как ими пользоваться. Думаю, я наберу либо Лену, либо Юлю Джулию Лайф. Она ей тоже присылала, Лена, вот такие вот шампуни, блин, жалко. Вроде бутылочка полная, не знаю. Не хочется. Ну, пахнет приятно, ну, по крайней мере. Хотя каким-то каланхоем. В общем, короче, это такие шампуни для... Надо закрыть крышкой. Ну так, чувак, тут больше ничего не вывалилось. Нет, вроде. Шампуни для волос японские, насколько я поняла. Вот такой вот. А это маска. Давайте откроем, наверное, маску, посмотрим, если она откроется. Так, на меня, наверное, лучше вот так. Ой. Так, маска тут заклеена, так что она просто так не откроется. Ой. Ой, как она приятно пахнет. Вот это, я так понимаю, маска. Чего-то, ну, тут даже вот эта мокрая штучка. Ладно, не буду ее ложить. Вот, мне очень по запаху уже нравится. И по текстуре, в принципе, тоже. Буду пользоваться. Я знаю, что эти шампуни и маски очень дорогие. Поэтому будем надеяться, что это подойдет моим волосам. Хотя бы на какой-то период. Я смогу попользоваться этими средствами. Спасибо тебе, Лена, большое за поднятое настроение. Лена уже не первый раз мне поднимает, так сказать, настроение. Поэтому, Лен, спасибо тебе большое. Я тебе желаю в жизни. Вот так. Не смотрим. В жизни желаю тебе. Ой, что оно такое? Крутится. Надеюсь, оно не разольется. Буду его обратно в пакет спрятать. Желаю тебе, чтобы тебе в жизни возвращалось намного больше, чем ты отдаешь. Спасибо. Кстати, насчет путешествий. Как вы думаете, куда можно в ближайшее время поехать? Я боюсь, что только во Львов. Все. Всем хорошего вечера. Потом приду домой, покажу, что я купила. Так, ребята, я дома. Пришла с работы. Все-таки я купила клубничку за 30 гривен классную килограмм у нас возле ТБ. Я решила, что сейчас я ее переберу. Она уже такая, ну вот. Есть ту, которую нужна прямо сейчас. Есть ту, которую можно оставить. И буду своим прекрасным устройством завтра делать... Ой, завязать. Завтра делать себе смузи или еще что-то. Ну, клубничка классная. Надо ее наедаться, пока есть. Пока она есть. Поэтому я 30 гривен на эту клубничку не пожалела. Смотрите, какая классная. Ну, там лета не хватало. Ну, понятное дело, что она уже такая подуставшая. Ну, что завтра будем делать? Вернее, я буду делать смузи. На этой прекрасной ноте, прекрасной клубничке, я заканчиваю свое видео.
Спасибо большое, кто его посмотрел. Спасибо еще раз большое Леночке за средство ухода за моими волосами. Надеюсь, оно мне будет полезно, оно мне поможет восстановить мои волосы. Всем хорошего вечера. Пока.